Заявление турецких властей у киприотов не может оставаться и тени сомнений в серьезности намерений Турции. Прошлый век стал той страницей, которую мы перелистнули. Теперь мы установим новые связи между Сараево и Дамаском, Бенгази и Батуми. Мы сделаем это мирным путем, ни с кем не воюя, уважая границы. В этом теперь наша сила. Теперь это совершенно другие страны, но 110 лет назад Йемен и Скопье, Батуми и Бенгази были частями одной страны, Османской империи. Говоря это, мы вызываем на себя огонь обвинений в неоосманизме. Но почему тогда те, кто объединил всю Европу, не называются неоримлянами? Перечисляя бывшие провинции Османской империи от Грузии до Ливии, турецкий министр иностранных дел дипломатично умолчал о болезненной проблеме разделенного Кипра. Правда, молчал.